Получается, что вот это сочетание значений предикторов, которое характерно для контрольной группы, оно скорее, причем существенно, статистически значимо скорее ведет к проявлению Y2, нежели проявлению Y1. Разница здесь очень существенная. То есть соотношение шансов существенно в пользу Y2 относительно предикторов, характерных для контрольной группы. Перейдем к двухмерным эффектам. Но этот эффект не значим. Я сейчас отсортирую эффекты, чтобы было удобнее ориентироваться. Причем отсортирую только, собственно говоря, эффекты, которые оценивались. Отсортировал, сделал условное форматирование. Вот первый эффект, он не значим по размеру, но следующий очень сильно отрицательный эффект значим. Но отрицательные эффекты интерпретировать не очень интересно, опять же, ну так же, как и остатки, допустим, в хи-квадрате. Перехожу к большим положительным эффектам. Вот, собственно говоря, такое четырехмерное сочетание. Y единичный сочетается со следующими значениями предикторов. Вот эти, собственно говоря, сочетания отличаются, опять же, от контрольной группы. То есть остальные, сколько у нас предикторов там? Раз, два, три. У нас всего 8 переменных, соответственно, 7 предикторов. И так получается, что вот эти 3 предиктора, еще 4, которые в голове достраиваются относительно контрольной группы, но именно этими предикторами отличается данный эффект от предикторов контрольной группы, и вот они ведут к существенному увеличению вероятности того, что у респондента, ну и в генеральной совокупности, соответственно, поскольку значим предиктор, существенное увеличение вероятности Y равной единице. А Y равной единице, это да, участвует. Итак, что же ведет к такому существенному увеличению вероятности участия? Это третья страна. Третья страна – это Болгария. Это контакты с политиками, единица, и это подпись петиции. То есть болгары, которые контактируют с политиками и участвуют в подписи петиции, они с большой вероятностью пойдут на легальные демонстрации. В общем-то, действительно, с другими исследованиями на этой базе согласуется данный результат, поскольку в Болгарии на тот момент была очень напряженная политическая ситуация. Интересно будет здесь посмотреть.